У него палец начал нарывать. Я его делал. А чего? Велик взял. Он взял велик. Я его держу. Держу. Благословляю. Благословляю. Держи. Он зажил. Ну, то есть мы сюда приехали. Я вчера смотрел. Делать, ну, я просто, чтобы вы курсе, я взял мазь на всякий случай с антибиотиком, чтобы мог заживить. Может, это можно, вот такая мазь запускается. Да. Мы лекарства все изымаем, но это я понимаю, да. И перевязывать не надо? Да нет. Или отдельно там щипчиками отрезать, чтобы не было? Нет, вы скажите. Там единственное, что может быть, это соль, вода, чтобы он теплую воду, соль и 15 минут там надо. Ну, это можно в садике? Да. Все, нет, я просто, я знаю, что вы лекарства не разрешаете. У нас травы, у нас такое здесь греха здоровья. Когда мы были в Москве, его укусил комар. И у него сразу пошло раздражение, так вокруг. Вот. Я ему на пути сюда купил против аллергии лекарства. Я вам его сдам. Так у нас комаров-то сколько, как он тогда будет? Я надеюсь, что оно не будет. И мы ему сделали прививку против энцефалита. Вот. У нас нет энцефалита, напрасно. Сколько вы наделали делов-то? Зачем? Энцефалит, он тяжелый этот опыт. У нас нет энцефалита здесь. Ну 200 лет нет, не было. Нам сказали клещи. Алтай. Клещи есть, а энцефалита нет. Да. Это обыкновенное, ну как, муха. Тем более клеща, ни одного даже не видели мы. Нынче год не клещевой. А вы уже заранее сделали. Смотрите, неправильно. Организм сейчас у него работает, он не на то, чтобы естественно, что заложено, а на противоестественном уровне начинает работать. Ну, у нас опыт огромный. Вот сейчас девочки сдали все лекарства, мальчик и девочка, которые приехали. Все. Вот видите, я вот сижу, видите, босиком хожу. Это еще акупунктурное лечение через подошвы. Все это, где давят, то сердце, то почки, это все сказывается. Я маленький был, тоже не совсем здоровый. 77 запрещаем. Так, вы мне расскажите, как вы про нас узнали, первый вопрос. Ну, через интернет, как все. Как вы именно наткнулись на нас? Кто-то сказал просто про вас. Вы что-то искали? Нет, мне кто-то сказал, что нужно посмотреть. Кто? Я уж не помню. Ну, кто-то сказал, а что посмотреть-то именно? Ну, ваше видео. Вот. Дали ваш сайт. Ну, да, видео, сайт, это ничего не говорит. Он сказал, на этом видео, сайте что-то, то, что вас заинтересует. Конкретно, на что он указал? Сказал, как строить деревню или какой детский лагерь. Ну, что-то они должны были чем-то заинтересовать. А сайт этот, сайтов много. Заинтересовали лагерем, детским лагерем. На детском лагере. Что у вас, да, дети, вот, да. Дисциплина, православие. Вот. Вы в Канаде давно живете? Ну, давненько, уже больше 10 лет. А английский язык для вас как уже знакомый? Ну, хорошо, да. Понятно. И мальчик знает? Да. А учится в школе по-английски? По-английски. Ну, он еще в русскую школу ходит. А уходит по-английски те, которые местные, они отвечают его, что, дескать, у него акцент, и он не свой? Я не спрашивал. А? Не спрашивал. А вас? Ну, у меня, конечно, отвечают. Отвечают? Ну, допустим, приезжает у нас там кавказские какие-то народности. Если он бывает чисто говорит, это закрыть аудио, то даже не узнаешь. А бывает, он говорит, его сразу видно. Он, друг, дорогой, да куда ты? Его сразу видно даже, что он, ну, не такой, геноцвали, да ты мой. У него интонация другая. А другой говорит, никогда не узнаешь. Так, вам это уже не буду спрашивать дальше. Вы там в храм ходите? Ходим. Какой? Кому принадлежит? Зарубежной церкви. Вот, а мы как раз от русской зарубежной церкви. Единственные приходы, больше нету. Нас завели, крутили, а мы так и остались. А он вас вычеркнул там, Иларион. Ну, это его дело, мы его не вычеркнули, мы за него молимся. И когда приезжает местный митрополит, мы те, которые приняли акт о каноническом общении. Мы раньше признавали благодатность Московского патриархата, но не дали этого. Мы никогда туда не пойдем, никогда, там смерть. Ничего, кроме смерти, мы там не найдем. А с самого начала наша община, две общины, были зарегистрированы, митрополит Виталий тогда был, от русской зарубежной церкви, и мы... Вот состоялись, так можно сказать. Здесь бы это не дали, ни детского лагеря, ни деревни, они все-таки разрушают. А вот в такой свободе мы свободно развиваемся. И дети у нас в этом, мы свободу на одно из самых первых мест ставим. Каждый день референдум, во сколько ложиться, купаться, пойти босиком, не босиком, босиком по ягоды. Дети учатся,
сами себя определять. Вот представьте, мы на днях ходили, это 20 с лишним километров в один конец только, за ягодами, клубнику. Но этих не взяли, они тут истерику устроили, нас не взяли. Ну, мы с ними оставили одного человека. В следующий раз, может, возьмем. Так, так. Я спрошу еще, а бороду зачем трогаете? В смысле? Ну, бреете. Ну, я ее стригу, не брею. А? Да я знаю, что говорить не нужно брить. Знаю. Не надо. Стричь. Это мы православные. Мы соблюдаем то, что Бог дал. И вы любую икону подходите. Ни Христос, ни апостол, ни пророки, никто не трогали ее. И потому у русского народа было, если бритый он умирал, даже на кладбище не хоронили. Нельзя было сорокалу считать. Это серьезное дело. Так что для себя примите решение, не надо этого. Не надо, я христианин. У нас ребята в армии служат с бородами. Ну, альтернативная служба. Мы клятву не принимают, присягу. А служат где-то, а как правило, их и не берут. Они заранее пишут заявление. То есть мы отличаемся от этих людей очень сильно. Но остальное-то у нас учение, ничем не разница. Когда среди недели богослужение есть, батюшка говорит, чтобы в любые храмы могли ходить. Но не причащается, не исповедуется. Это все только у нас. Они очень и очень сильно давят на нас, чтобы мы вошли в Московскую патриархию. А мы наказываем, никогда мы туда не пойдем, никогда. Почему? Нельзя. Мы другие. Мы настолько другие, что они нас за своих никогда считать не будут. Они охотятся за моими книгами, священники, клевещут, вот эти лживые миссионерские отделы. А мы говорим свободно. Они не понимают даже, о чем мы говорим. Миссионерские отделы нельзя составить. Отдел. Кого он раздел? Это не может быть. Это Дух Святой делает. Дух Святой побуждает на благовестие. Человек идет подвое. Этому нельзя научить. Это молитва. И в молитве Бог открывает души человека. И ты знаешь, когда сказать, что сказать, кому, сколько, минуты или час. Они этого не знают. А вот ему дали задание. Наша каноническая территория. Этого Бог не устанавливал. Иди теперь по всему миру. Не сказал, вот тебе епархия, и ты никуда не ходи. Они на каждом шагу обманывают. Мы здесь проходили Деяния апостолов, 28 глав. И ни по одному стиху мы не нашли, чтобы мы были похожи. Это другая вера, не евангельская. Другая вера. И мы стараемся везде внести элемент Евангелия, любви ко Христу. Вот это нас сильно разнит. Вот. Они нас нападают, а мы молимся. Не буду я там охотиться за ним. Они, если кто со мной знаком, вот вы, допустим, они вас не высчитали. Они бы сейчас на вас, священники, бросили, да куда ты поехал, да что ты делаешь, это еретики, это сектанты. То есть они греха совершенно не понимают даже. Как лютые волки кидаются. А я только молиться могу. Понятно? Я понимаю. Все. Это дух свободы. Мы разные. Настолько разные, что никак нельзя. Они ни перед чем не останавливаются. Любая ложь. И священник знает другое. Я говорю, ну ты знал, что это неправда. Она работала у вас. Конечно, знаю. Но она в суд подала. Так вы ей не даете трудовой книжки, где она работала. Ее биржа туда не пропускает. Что она должна делать? Она обращалась к епископу, епископ не отвечает, патриарху не отвечает. Они ее выгнали за то, что она сказала, что священник неправильно у вас. Она ходила на наши занятия, инокиня одна. Они ее давай долбать, свидетельствовать. Но судья им не поверила, вырешила. Но мало было. Подала она на второй суд, краевой суд вырешил еще больше. Они прогорели. А теперь, ну ладно, пускай Ольга там это ходит. Это. Она никогда уже не пойдет. Она в сектанты уйдет, но не туда. Мы разные. Мы виновны, моя судья, виновная. Ну, теоретически где-то, но мы ни разу не были перед ними виновны. Мы это говорим. Ну, я не знал, я сказал, а этого не было. А войти в это не знал, это очень легко. Вчера я совершил ошибку. Сказал Сергею встречать вас, и он был, ну... Я сам виноват, я вам написал 30-го. Я на билете посмотрел, там одна дата, два времени, я... Просто не понял, что он прилетает. Ну, я у Сергея попросил прощения. Вы меня тоже простите. Да. Вы ему сказали это? Сказал. Это не моя вина, но и все равно мне неудобно, что он там дежурит и никого нету. Встретили нормально? Вы его увидели? Да, да. У него плакатик был, да. И вы сразу повернули. Да. Видите, как хорошо. Меня так в Нью-Йорке встречали. И мы к ним пришли.
Так, теперь я буду спрашивать о путешествии. Вы сколько пересадок самолетом делали? Ну, две получилось. Где? Первая где была? В Амстердаме. Где? Амстердам. 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 Амстердам, да, это Голландия. А потом до Москвы. А потом Москва. Ну вот. Второй вопрос. Как вы решились на такое путешествие? Внутри у вас сомнения, может, было какое, нет? Что приедете, а тут не то, что вы ожидали. Да нет, в принципе, почему? Нет. Я посмотрел видео. Дело в том, что сегодня, вот сейчас погода показывает, можно пойти, тут маленький дождик-то, пойти готовить костер. Бери ребят сейчас и в пятницу костер, картошка, песнопение, вы увидите. Ну это совершенно другое. Мои стихи положены на музыку. И они их поют. Где-то 86 стихотворений моих Виктора Николаевич, старший воспитатель, числится еще, он переложил на музыку, сам играет, дети поют. Я уже слушал, они сегодня пели. Немножко слышали, да? Ну вот так. А вы когда поехали, священник, как, или кто-то знал, что вы сюда поехали? Может, кто-то отговаривал вас? Да. Не было? Это удивительно просто, удивительно, что так все получилось. Ладно, так, у сына телефон есть, нет? Я телефон у меня, я его оставлю, вам сдам, чтобы он был на всякий случай. Потом возьмете. Мы детям телефон не даем. Я знаю. Если вы будете звонить, там один раз переговорить, раз в неделю, я это дам. Он на месяц. Я там переговорить, одна минута. Звонить на ваш телефон? На мой. На мой. И те мертвые лежат. Ждут, когда поедет. Поедет назад, тогда отдадут. Ну, вы остальное знаете. Тут вас записали. Они должны вас в календарь, это, в журнал записать. И тогда вы сразу, что надо, расчет дадите и расскажете. С кем мне это нужно? Вот он сидит. Он роль старшего воспитателя выполняет. Владимир Александрович. Я тут, я больше там. На болотах, на этих дороги, да, каждый день до седьмого пота. Мне очень охота восстановить все. Я люблю это местность. Сегодня мы там вчера наваляли деревья, сейчас обрабатываем, выносим. И где садится поезд, там ров выкопан через него. Ну и сейчас готовим слеги, чтобы сделать переход. Сожгли. Наше здание разъезда было хорошее. Его мы арендовали, когда разъезд закрыли, а потом мы добились Министерства путей сообщения, что его открыли, поезда останавливаются. Ну а потом из города послали, что он стоит-то, и послали там дальше, километров 6, называется Потеряевский разъезд. Они пьяно доехали до этого и сломали это здание. Оно с оборудованием стояло, прекрасное здание, одни развалины. Ну что можно сказать на это? Послали, казнить, он не того нашел, он казнил. Вот такое дело. Ладно, у вас какие вопросы ко мне? Да, собственно, пока никаких. Единственное, что вот я насчет сына хотел, что я боюсь, что, может быть, этой прививкой у него иммунитет ослаблен немножко. Да, конечно. Потому, я очень против, что такую прививку сделали. Но только когда он будет спокоен, вот это дело, много будем ходить босиком, часто купаться будет, у него это уйдет. Я даже, может, достану меду, чтобы он мед каждое утро ему. Это очень сильно влияет. За час ложку слизывать, за час до еды. У меня выезжают дети абсолютно здоровые, а приезжают с таблетками, куча таблеток. Я знаю, природа, Бог все создал. Каждый день я стараюсь зелень, чтобы была своя. Из 7 компонентов готовлю суп, там все. Двудомная крапива, репей, одуванчик, щавель, лук. Чеснок, потом это укроп, душица. Еще что она вчера принесла? Это что там? Я не помню. Ну не знаешь, не, как называется-то это. Пушистое это. Петрушка. Петрушка? Петрушка. У меня ее нету никогда. 9 компонентов. Режу, толку, маленько подсаливаю, и она их дает. В суп подсыпает. У нас еще. Мы деликатес свой едим, у меня гальяна, в свежепосоленном виде. И вот это все влияет. Они встают рано, целый день до обеда работают, после обеда тут разные события у них. То изучают, то
учатся петь, то все время заняты. Они к вечеру, дырявят гиг, только доползти. Вымыли ноги, упали в 7-9, чтобы 2 часа до сна было от еды, тогда, чтобы желудок начал работать правильно. Тут мудрости немного, но знать надо. Это все показано. Может, у вас вопросы есть по Писанию какие? Пока нет. Нет. Что-то где-то будет по канонам, по Писанию, по взаимоотношению. Вы можете все открыто спрашивать. Я не утаяю, скажу. Я долго преподавал в 5 университетах, в десятках школ, в милиции, в воинских частях. И ни на один вопрос не было, чтобы я его не ответил. Самый провокационный против меня, все равно я отвечу. Почему? Бог знает. Бог знает меня, а что от вас скрываться будет? Бог открыл мой грех, там, скажем, или... А я вот знаю, вы такое-то учились в Индии, на мага, там, не учился я в Индии, не был. Это обман, дескать, почему вас люди слушают и прочее. Это Бог делает. Бог делает, а... Но я молюсь. Здесь не так, как в городе. Семикратно в день становится на молитву 3 святой и 100 поклонов. В этом вся сила. Вот эти приехали, они не знают, какой их, хотя я приглашаю, но как гостей, но не как власти. Они там стоят. До сих пор? По-моему, они стоят. Да, вон. Так. Они стоят здесь. Они не знают, что они с прокуратурой звонят туда, ответ. Я говорю, заходите, я вас угощу, но только как гостей. Потому что вы приехали вторично по тому же самому делу, которое уже разрешили, сказали, ничего нет. Обман. Она написала, что могла. Крапивой стегают. И он спрашивает, он говорит, он и крапивы-то не видал. То есть, ну, она, может, и не со зла, а не с мужем там. Ну, а он тут оказался. Я им сказал, вы ничего не сделаете. Я 44 года начальник лагеря. Я врос, говорю, здесь, как это дерево. Вы что со мной сделаете? Ну, лагерь, ну, бульдозера пришлете, разрушите. Ну, я завтра лагерь, он в том месте, дальше сделаю его. Перейду в тот лес. Что сделать? Нас 18 раз сжигали дотла. 18 раз одни заклепки. Мы плакали, молились и заново отстраивали. Мы русские люди. И мы можем многое с помощью Божией. Мы русские люди на своей земле. Нам очень интересно здесь быть. Видите, на какие столбы вам взять, крышка над умывальней, там кривые, это клен такой. Но оно стоит. Стоит. И что смотреть? Вот козлики сделаны. Видите, какие недавно Володя сделал. Свой у нас колодец, баня, вам нужно быть красивой, посмотрите, где быть сегодня. Значит, Егор его правильно звать? Так и будем звать Егор, я думал Игорь. Вот сейчас приехали двое муж с женой, с сыном, по Потеряевке посмотреть, можем переселиться, Горный Алтай. Он рядом будет. Один раз собрались ехать, машина, говорит, сломалась. Все, доехали. Видите, у нас такие условия, что не каждый будет не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Здорово. Один приехал, у меня деньги есть, а дальше иметь деньги, отстроиться, иметь силу. А кто будет строиться? Я как могу все, за деньги есть, ну, материться. А как, сам не знаю, это без демон. Побыл маленько, посмотрел, очень нравится, но я к вам не подхожу. Я все равно заматерюсь, я говорю, не пойдет это. У нас дети мата не слышат, но они знают, это плохо. Человек послушает, какая разница, материться нет. Ну, для вас нет разницы, для нас есть. Это устав наш. Я при его могиле естественно. А чем живут ваши деревенские? А? Чем живут ваши деревенские? Сельским хозяйством? Животноводство и то, что есть. Вот староста, у него 200 гектар земли. Он посеял вот этот орешник, рядом гречка, это его. Горох посеял и пшеница в основном. Из своих крупного рогатого, кажется, 36 голов. Он каждую неделю ездит, сливки продает, творог, сыр делают. Ну и еще и бычка щикнула на базар. А другой держит много свиней. Один было держал, 100 свиней у него. 100. Накормить надо. Ну а летом-то крапиву коси, давай их. Вот это... А один тут курь держал гораздо. Матушка пчелами занимается, у батюшки овечек полно. Это сельское хозяйство, а что больше, что ничего нет. На лагере. Иначе, Иванович, милиция едет. Милиция едет. Ну давай, выходи. Давай. Выйдем, помолимся. Что, оборвать? Иначе, Иванович, а? Оборвать это? Вот это оторвать, конечно.